Здравствуйте, дорогие рукодельницы. Сейчас начинается презентация. Ну, я вам покажу куклу-принцессу. Интерьерная кукла, которая будет украшать, например, ваш дом или же будет служить подарком. Вот такой ее общий вид. Она сделана из холодного фарфора. Вот, делается несложно, но вы научитесь как бы делать изделия из холодного фарфора, кто еще не делал, а может кто-то не делал именно игрушки, которые делаются очень просто и расширяют вот как бы обзор и возможность для изготовления различных рукоделий. В данном случае вот эта куколка. Вот. И также немножко ближе покажу. И также вот такие же игрушки. Они сейчас, поскольку подходит Новый год, эти игрушки новогодние, это шарики на елку. То есть вот такой ассортимент этого вида из холодного фарфора.